Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,4, произошедшее сегодня в начале 11-го в Тихом океане к югу от Камчатки. Как сообщили геофизики, очаг сейсмособытия залегал на глубине около 40 километров. Эпицентр землетрясения находился примерно в 300 километрах южнее Петропавловска. По данным МЧС, в краевом центре это землетрясение ощущалось силой до 3 баллов. Угроза цунами не объявлялась. Оперативные группы спасателей обследовали здание в краевом центре после подземного толчка и выяснили, что строение не пострадало. Продолжение следует...